В Екатеринбурге прошло первое с начала пандемии офлайн занятие школы юного журналиста «Город добрых людей». Сегодня начинающие корреспонденты посетили храм на Крови. Детям рассказали об истории императорской семьи и показали достопримечательности. В их числе первое церковное знамя и икона царя Николая II, которую в 2019 году космонавты брали с собой на борт МКС. Основная цель занятий – познакомить школьников с лучшими образцами отечественной и мировой журналистики. Нам просто рассказывали про разные понятия. Я запомнила про рекламу, где мы разбирали, чем просто реклама отличается от хорошей журналистики. Ну, конечно, здесь интереснее, потому что, во-первых, это живое общение, и вот нам даже экскурсию провели. Сегодня на экскурсию собралась только часть группы из Свердловской области. Юнкоры из других регионов присоединились к онлайн-трансляции. В планах педагогов продолжить экскурсии по святым местам Среднего Урала. По итогам теоретических и практических занятий будущие корреспонденты выпустят собственную газету. Ребята будут выпускать газету, настоящее печатное издание, вот в количестве 5 номеров. Да, первый из которых будет уже скоро, посвященный царским дням. Вот, это будет такая основная практическая деятельность, да, потому что пока все-таки в основном была преимущественно теория.